Хочу с вами поделиться рецептом вкусных капудранников. Для того, чтобы приготовить капудранники, понадобится растительное масло или же сливочное. Можно заменить на свиной жир. Или можно даже сало мелко-мелко порезать. Теперь добавляем мелко порезанное мясо или фарш. Следующий ингредиент — это морковь, которую надо натереть на терке. Репчатый лук. Нарезаем тоже мелко. Немного до конца не разрезаю. Благодаря этому лук держится. И, конечно же, капуста. Это же капудраники, то есть капустные драники. Капусту надо нарезать мелко-мелко. Можно использовать вместо ножа, например, терку натереть или по-другому как-то мелко измельчить капусту. Ну, вот так вот примерно получилось. Теперь добавляю сюда соль. И ставлю это тушиться. Это будет все тушиться в собственном соку. Получится тушеная капуста. Накрываем крышкой. И время от времени надо будет перемешивать, чтобы не подгорело дно. Напомню, что капуста тушится в собственном соку, поэтому воду мы не добавляем. Теперь я добавляю яйца и хорошо их перемешиваю. И последнее, добавляем муки. В отличие от картофельных драников, где муки добавляется мало, здесь же в капудраниках лучше добавлять муки побольше, так как капуста, она мягкая. Поэтому, чтобы было вкуснее, муки лучше добавлять побольше. Картофель же, наоборот, твердый. Картофельные драники получаются вкуснее, если муки мало. Вот такая вот особенность, которую я заметил. Так же, как и с саладушками из кабачков, тыкв. Ну, примерно такое же соотношение муки. Теперь на раскаленном масле или свином жире жарим капудранники. Обычно я, когда первую сторону поджариваю, накрываю крышкой, чтобы они поднялись. А уже когда переворачиваю на другую сторону, вторую сторону поджариваю, тогда уже крышкой не накрываю. Потому что часто бывает, тоже замечали, льется вода с крышки, да, и из-за этого масло может брызгаться, вызовет ожоги.
Вот такие вот получились ароматные, сочные и очень вкусные капудранники. Я думаю, данный рецепт понравится даже тем, кто не любит блюда из капусты. Наверное, заметили, что я не указал точные пропорции, указал только состав. Это для того, чтобы вы сами по своему вкусу подобрали капудранники. Ну, например, кто-то, скажем, любит больше мяса, да, и он в этот рецепт добавит побольше мяса. А другой человек, например, вегетарианец, и он вообще не добавит мяса. Поэтому подбирайте по своему вкусу, да, может быть, меняя пропорции, так, чтобы делать такие капудранники, чтобы вам понравились, чтобы от них нельзя было оторваться. Ну, поэтому спасибо вам за внимание. Смотрите другие видео на моем канале, пишите комментарии. И желаю вам всего хорошего. До скорой встречи.